Здравствуйте! Сегодня расскажу вам о препарате иммуноглазид. Иммуноглазид выпускается в виде сиропа. Действующее вещество – жидкого экстракта протофлазид из смеси трав 1 к 1, щучки и веника наземного. Это лекарственный препарат с выраженным противовирусным и иммуностимулирующим действием. Применяется в качестве средства профилактики и лечения острых респираторных вирусных инфекций и гриппа, включая инфекции, вызванные пандемическими штаммами. Иммуноглазид принимают перорально. Для дозирования сиропа рекомендуется использовать мерную емкость, находящуюся в комплекте. Перед применением сиропа рекомендуется встряхнуть флакон. Для достижения максимального терапевтического эффекта сироп иммуноглазид рекомендуется принимать за 20-30 минут до еды и удерживать во рту 20-30 секунд. Продолжительность терапии, схему применения и дозы сиропа иммуноглазид определяет врач. Рекомендованная продолжительность терапии для пациентов с острыми респираторными вирусными заболеваниями и гриппом составляет 5 дней. Длительность может быть продлена до 2 недель. Чем раньше будет начато лечение, тем выше терапевтический эффект. Для профилактического приема в период эпидемии гриппа и острых респираторных вирусных инфекций курс составляет от 1 до 4 недель. При эпидемии пандемического штамма гриппа курс можно увеличить до 6 недель. Противопоказаниями является гиперчувствительность к компонентам сиропа. Не применяется для терапии пациентов с острой формой язвы 12-перстной кишки и желудка, а также аутоиммунными заболеваниями. В период беременности и лактации решение о назначении препарата иммуноглазид принимает врач. Спасибо за просмотр, будьте здоровы! Если понравилось видео, ставьте лайк. Подпишись на канал, и твоя аптека всегда будет под рукой.